З 26 красавіка по 13 мая господиня білоруського павільйона на ВДНГ стала Гомельська область. Тут представлены топовые предприятия региона. Так на стендах рассказывается об нафтопродуктах Мазырского НПЗ, металлопродукции белорусского металлургичного завода, кордоне и паперы Добружской паперовой фабрики и Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината, удобрениях Гомельского химичного завода. Подробный репортаж с российской столицы у наших наступных выпусках новинок.